Нынешний соревновательный сезон был для мастера спорта международного класса по женской вольной борьбе Ирины Курочкиной крайне насыщенным. Она прошла много серьезных сборов, на которых усиленно тренировалась, результатом чего стали яркие победы и грандиозные достижения на спортивном олимпе. Золото на Европейских играх, бронза на чемпионате мира и завоевание лицензии на Олимпиаду 2020 в Токио. Конечно, я знала, куда я еду, зачем я еду, и старалась выложиться по максимуму, сделать полностью то, что от меня зависит. Ну, конечно, выиграть не получилось, но я рада, что у меня есть лицензия. За это я и благодарна и своему тренеру, и людям, которые мне помогают на протяжении этого всего. Одна я бы не справилась. Сегодня у девушки после больших физических нагрузок восстановительный период. Она занимается лечебной физкультурой. Большое значение придается расслаблению всего организма. В ход идут упражнения на велотренажере и фитнес-йога. Спортсмены во время соревновательного периода очень устают. Идет напряжение мышечное, молочная кислота откладывается в мышцах спортсменов. Значит, нам нужно упражнение на расслабление, и на выведение молочной кислоты из мышц. Но в то же время совсем расслабляться Ирина, конечно, не собирается. Ведь впереди у нее большой и серьезный старт – летние Олимпийские игры. И после восстановления ей важно быть в тонусе, чтобы вновь покорять спортивные вершины. Людмила Любенцева, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.